Три дня команды из 15 регионов России соревновались в теории и практике вождения. Сдавали экзамен на знание правил дорожного движения и норматив на площадке. Сборная города-курорта по итогам соревнований вошла в тройку лидеров. В номинации «Абсолютный командный зачет» среди региональных отделений Всероссийского общества автомобилистов первое место и денежный сертификат на сумму 25 тысяч рублей везет команда из Татарстана. На втором месте обладатели сертификата на 15 тысяч рублей – школьники из Челябинской области. Почетную бронзу чемпионата завоевали анапчане. И приз 10 тысяч рублей. Кроме этого, за сотрудничество и содействие в организации соревнований благодарственные письма направлены главе города Сергею Сергееву, начальнику управления по физкультуре и спорту Сергею Ткаченко и начальнику отдела ГИБДД Владимиру Хомикову. Напомним, следующее соревнование по автомногоборью состоится в сентябре 2015 года.